В зданиях Галичмановского центра ветеринарии завершился капремонт. На обновление административного помещения и лаборатории из областного бюджета было выделено около 40 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок входную группу и фасад. Внутри сделали ремонт и закупили новую мебель. Лаборатория центра ветеринарии обслуживает Галичмановский городской округ и Аромашевский район. В прошлом году исследователи исследовали на заболевания более 13 тысяч животных. Работы много, капитальным ремонтом ветеринары довольны. Конечно, это первостепенно, чтобы была новая мебель. Это будет плюсом, и работоспособность будет лучше. И, конечно, оборудование, которое будет новейшее, это будет плюсом, и работа продвинется быстрее. В планах у ветеринарного центра благоустройство территории вокруг зданий, снос ветхих и построек и оборудование модульного гаража. А также в этом году планируют открыть кабинет для лечения домашних животных.